когда я лежал в военном госпитале, с ранением, перечеркнувшим мне полжизни. Я стал видеть сны, в которых я летал. Я был свободен. Но рано или поздно приходится проснуться. Конечно, если есть деньги, спину вылечить не проблема. Но не на ветеранскую пенсию, не с нашей экономикой. На мое пособие даже чашку кофе не купить. Я у них, как говорится, на очереди. Я пошел в морскую пехоту, чтобы испытать себя, чтобы понять, чего я стою. Я сказал себе, что выдержу любые трудности. Давайте на чистоту. Я не собираюсь давить на жалость. Я смирился. Искать справедливости на этой планете бессмысленно. Сильный пожирает слабого. Всем наплевать. Так было всегда. Все, чего я хотел в своей гребаной жизни, это найти цель, за которую хотелось бы бороться. Надеюсь, вы понимаете, что только что потеряли клиента. От засранец гребаный. Морпеху и дождь не помеха.